Улица Скрипникова всегда была ахиллесовой пятой на дорожной карте города. Выбоины в асфальте и отсутствие тротуара делали этот участок проезжей части предметом бесконечных жалоб и нареканий. В этом году ситуацию было решено спасать. Первое, что сделали работники ДЭП, положили новый асфальт на одной полосе дороги. По многочисленным просьбам жильцов делаем, значит, в настоящее время основание из гравия, а потом будет асфальтовая дорожка 1,5 метра шириной до самого переезда. На участке дороги по улице Пушкинской также было заменено дорожное полотно. Сегодня почти вся транспортная артерия приняла презентабельный вид. Асфальт новый, установлены ливневки. Кипит работа и на правоповоротной полосе по улице Машерова, напротив Семеновского собора. Здесь расширяют полосу и устанавливают опоры. Ремонт на этом участке дороги планируют закончить ко дню города. Сейчас прорабатывается, очень конкретно прорабатывается. Вот это поручение мэра есть, это участок дороги Московской от Медицинской до Гродненской. Вот. Там увязываются сегодня и проектные моменты, и с текущим ремонтом. Так что в ближайшее время где-то как-то мы приступим к этому участку. Мэр поставил задачу, и на это будет выделено в ближайшее время 1 000 000 000 белорусских рублей. Вот. Согласовано с Ленинской, с Московской администрацией, согласовано с ГАИ, согласовано со ЖРЭУ. Планы у нас уже есть, и как только поступят деньги, мы возьмемся за дворы. Также в ближайшее время начнется ремонт улицы Пионерской. Начинает перекрестка с улицы Янки Купалы и до, как именуется он в народе, Березовского моста. На этом участке работники ДЭП будут фрезеровать старый асфальт. Последние изменения в дорожной карте города произошли в начале этой недели в связи с возобновлением строительных работ по объекту «Западный обход» на участке проспекта Машерова. С 7 июня по ноябрь этого года движение транспортных средств от улицы Коммунистической до музея железнодорожной техники будет ограничено. Альтернативный маршрут – улица Гоголя.